Здравствуйте, уважаемые пациенты. Хочется рассказать вам про клинический случай. К нам обратился пациент 64 лет с жалобами на затрудненное мочеспускание, боли при мочеспускании, частое ночное мочеспускание до 4-6 раз за ночь. То есть он практически не высыпался. Проведено было обследование. В результате было выявлено большая аденома и крупный камень мочевого пузыря на фоне его задержки мочи. Сегодня у нас операция нечастая, такая операция встречается. 32 мм камень. Первым этапом мы сейчас выполняем лазерную цистолитотрепсию. Вот. Камень достаточно плотный, но хорошо дробится. Операция была одномоментная, через естественные пути, то есть без разрезов. С помощью лазера мы удалили крупный камень, а затем удалили аденому. Уважаемые пациенты, призываю вас своевременно обращаться к специалистам, не стесняться, не бояться жалоб. Мы всегда готовы вам помочь решить ваши проблемы.